Всем привет, ребята! Сегодня я буду делать реакт на Скайбока в короткометражке эпизод 11 от Алана Бейкера. Я опоздал на 5 лет, но это не так уж и много. Да, ребята. Давайте продолжим. 6 миллионов лайков собралось. Где у них столько обсидиана взялось? Или они использовали лаву с водой? А эти что строят? Пойдем туда. Нет, не пойдем туда, пойдем туда. Откуда у них столько обсидиана? Ага. Договор. Договорились. Вот спрыгнул, побежал. А куда? А вот полез туда. Что, заходим? Вот они зашли. А куда они? А что? Скайблок. О, да, это сколько. Да, в названии это еще было. Так дерево какое-то странное. Есть сундук тоже, маленько. У него ручки нет. Там, которая... Ну, белая штука. Нет! Ой. А все, у них дерева не будет. Ворона каркает. А что делать будем? Вон. О, деревишко. Да! Мы посадим. А муки-то нет, наверное. Или как там это называется? Которые вырастают. Арбузик. Блин, я уже думал, это реально звуки. Блин, ты бы еще солнце сюда добавил. Сейчас он за ними, что ли, пойдет? А, да, он сейчас за ними пойдет, кажется. Что? Как они за такое? Как они за такое время успели это сделать? Это замок. А, это для мобов. Это для мобов. Вот это зеленый, который строит. Или нет? Да там мобы уже должны спавниться и падать, и давать ресурсы. Как я помню. Да. А ты тут сюда это, ну, черная штука, которая не забыла, как это называется. Это то молока, корова. Что? О, они торт делают. Жаль, что раньше его не было. А он их ждет. Погоди, а если он перезагрузит, то у него там новый появится, что ли? Домой пошел. Гость. Можно было с ними идти же. Крипер сломал. Или это его воображение? Что мне кажется. И потом еще куда-то. И то, что...
У них там машина сломалась, да, это крипер сломал. И дом сломался, прикинь. А, бля, пиздец. Да не теперь вместо коровы крипер. Пиздец. Две морковки осталось. Вы постройте крышу над собой-то, а? Там костер потушится. Блоки же есть. Мы сейчас подохнем тут. Сейчас оранжевый появится? А где? Да оранжевый-то появится. А, серая короткая. Блин. Они строятся назад. Они уже строятся назад из-за того, как оранжевый пришел. Где он сейчас? А они пока строятся, он туда в портал. И он на них упадет, что ли? Они упадут, что ли? А все. Что ты гад? Погоди, а... Что это? Через этот мост? Да, и тут как раз газ тут. Цена. А куда попал-то этот оранжевый? Тебе конючить. Реклама еще какая-то. Ну, в общем, прикольная короткометражка. Прикольная. Нормально. Да, прикольно. В общем, все хорошо. Прикольная анимация, я бы хотел такие еще тоже делать. Да, может быть, еще в будущем буду делать еще реакции на его эти серии. Ну, в общем, всем пока, ребята, всем пока. Всем пока.